Прокуратура Гродненской области возбудила уголовное дело по факту загрязнения реки Гольшанским крахмальным заводом. Установлено, что сточные воды предприятия вытекали в близлежащую реку Ольшанка. По информации природоохраны, ущерб окружающей среде составил около 300 тысяч рублей. Как показали результаты экспертиз, концентрация химических и других вредных веществ превысила предельно допустимую норму в несколько раз. Отмечу, что водная артерия имеет особый статус из-за размножения, зимовки и миграции лососевых и осетровых видов рыбы. Всю погибшую рыбу собрать не удалось, а это участок реки, на котором она была обнаружена, около 30 километров. Наши сотрудники все, что смогли, собрали, но ввиду того, что часть рыбы оказалась на дне, часть рыбы была унесена течением. В июне текущего года в реке Ольшанки на территории Ашмянского и Воложенского района произошла массовая гибель рыбы. Порядка 12 тысяч особей, в том числе таких ценных, как форель и минога. По данному факту прокуратурой Гродненской области проведена проверка, в ходе которой было установлено, что рыба погибла из-за попадания в реку сточных неочищенных вод из очистных сооружений открытого акционерного общества «Гольшанский крахмальный завод». Основной причиной инцидента называется несоблюдение предприятием требований по охране и рациональному использованию воды. Для предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет.